Дорогие друзья, хочу показать вам свой любимый костюм. Вот так вот он выглядит у меня. Это такой осенний вариант. В общем-то, вот такие у меня брючки. Чуть-чуть, буквально расклешенные к низу. И вот такой вот простой жакетик. Чуть-чуть тоже немножко зауженный к низу. Зауженный к низу, то есть у жакетика сделан вот такой вот немножко овальный силуэт. Сейчас я постараюсь еще чуть-чуть вот так вот, чтобы видно было меня. Видимо, в полный рост. Давайте вот так вот посмотрим. Видно сейчас меня в полный рост. У меня рост очень маленький, 150 сантиметров, а полуобхват груди достаточно большой для моего роста. И поэтому я вынуждена всегда носить костюмы. Особенно мне подходят брючные костюмы, потому что они меня вытягивают. Это мой любимый костюм. Почему? Потому что он очень простой. Он не отвлекает внимание, он комфортный, он удобный. Эта курточка у меня сделана на подкладочке. Я ее ношу как ветровку. Вот такие вот прорезные кармашки в листочку. Видите, никаких ни рельефов, ничего. Базовая конструкция и выточка находится в боковом шве. Простой вточной рукав. Чуть-чуть спрямленный, то есть он как бы выглядит расклешенным немножко к низу, но на самом деле это не так. Брючки я сейчас расстегну, покажу, как сделаны брючки. Отдельно хочу сказать про платочек. В этом сезоне, а для таких, как я, это и всегда было модно, модно монохромное сочетание цветов в одежде, то есть практически один цвет. Поэтому, пожалуйста, осенью, когда прохладно, можно надеть вот такой вот платочек, как я сейчас повязала, и повязать его каким-то образом. Как я люблю это делать? Я люблю это делать, вообще-то, прямо вот так. Сейчас я покажу, как я люблю это делать. Я люблю это носить вот так. Даже когда я иду на улице, у меня получается вот такая. Ну, конечно, не всегда. К этому я недавно купила такой цвет платочка. А на самом деле этот, к этому костюму я носила платочек пестренький, в котором есть вот такой вот цвет. И получалось тоже очень-очень как акцент, как пятно. Получалось тоже нормально. Ну, давайте вернемся к нашему костюму. Почему я его люблю? Потому что у него нет каких-то многочисленных деталей. Потому что ничего не отвлекает внимание. Видно лицо, видно голову, видно в конце концов человека вот в этом костюме. Любой такой свой костюмчик я всегда комплектую топиком. Вот этот топик я тоже шила из трикотажного полотна, совершенно простой. У меня здесь даже нет никакой нагрудной выточки, то есть я много раз рассказывала вам, как такие топики шьют. И вот обратите внимание, какие у меня брючки. Так как у нас у всех есть какой-то животик, то я стараюсь делать без пояса брючки часто. И использую вот такую вот широкую обтачку, которую проклеиваю. Проклеиваю всегда основание. Таким образом, вот эта часть фигурки у меня всегда как бы подтягивается немножко, и верхняя часть брюк у меня имеет минусовые прибавки. А вот уже дальше, от уровня ягодиц, обязательно брючки должны быть свободные, чтобы ткань оттягивала сама себя, чтобы ножка не была в обтяжку, и тогда получается вот такой вот силуэт. И, конечно, это у меня смесовая ткань, конечно, она тяжелая, и, конечно, она имеет биэластичный эффект, очень сдержанный, очень небольшой, но тем не менее биэластичный эффект. И поэтому мне в ней. И, кстати, смесовая ткань – это шерсть и эластан. И достаточно тяжелая, как я уже сказала, мне очень комфортно вот в этом костюме. Достаточно свободные прибавки. Прибавка по груди 5 сантиметров. Прибавка по бедрам, я думаю, тоже сантиметров 5. Ну, 4-5, наверное, в этом месте. И легонькое-легонькое заужение идет к низу. Вот такой вот у меня любимый костюм. Поэтому предлагаю вам, если вам тоже понравилось, шить что-то похожее, что-то подобное. Как шить изделие на подкладке, я рассказываю на своем канале. И на своем сайте вы можете всегда посмотреть жакет на подкладке.
Сейчас вот еще новый курс один запускаю. Как шить брюки, я тоже уже давно рассказала. Поэтому, пожалуйста, если вам понравилось, вы можете просто-напросто взять на вооружение вот такую идею. Потому что если вы полненько, если вы невысокого роста, что-то подобное всегда будет скрадывать наш недостаток и подчеркивать наше достоинство. Всем всего доброго!